дамы и господа, а также небинарные личности. В связи с недавними обвинениями в мой адрес касательно недостаточной социальной ответственности перед сообществом альтернативных российских имиджборд, я хотел бы публично заявить, что в компании Green Duck Software обеспечение эмоционального комфорта пользователей является первоочередной задачей. Однако, я вынужден признать, в последнее время мы прилагали недостаточно усилий для борьбы с настоящим бичом имиджборд. Я, конечно же, говорю об оскорблениях. Не проходит ни дня, в котором бы мы не являлись свидетелями вопиющих случаев совершенно необоснованных оскорблений. И сегодня я говорю, хватит это терпеть. Ведь сегодня я с гордостью представляю наш новый продукт – регистратор оскорблений. Этот инновационный продукт позволит добровольцам регистрировать и каталогизировать все случаи оскорблений и тем самым делать мир имиджборд лучше. Для того, чтобы зарегистрировать оскорбление, просто впишите идентификатор жертвы, а также идентификатор подлого вредителя, который посмел позволить себе токсическое высказывание. Добавьте ссылку на пост или скриншот, а также кратко опишите содержание высказывания и при необходимости контекст. И вуаля! Оскорбление зарегистрировано. Теперь оно навсегда останется позорным клеймом на репутации вредителя. Справедливость восторжествовала. Вы также сможете посмотреть списки вредителей и списки жертв, отсортированные по числу оскорблений, а также списки сайтов, на которых было замечено наибольшее число оскорблений, чтобы каждый знал, где самая токсическая атмосфера и куда точно не нужно заходить. В настоящее время сайт находится на стадии бета-тестирования, поэтому я призываю вас оставлять свои комментарии и предложения под этим видео, ставить лайки и подписываться на канал. И, конечно же, просто, блин!